Высшая школа ИТИ с Казанского федерального университета разрабатывает VR-программы для медиков, нефтяников и юристов КФУ. Заслуга в этом принадлежит команде научно-исследовательской лаборатории дополненной виртуальной реальности и разработки игр под руководством Влады Кугураковой. Продолжая наш цикл виртуальных хирургических операций, кроме аппендэктомии, мы сейчас разрабатываем трахеостомию кесарево сечения, трепанацию черепа и другие базовые операции, которые, в принципе, должны знать студенты медицинского факультета при выпуске. Разработчиков консультирует заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии Казанского федерального университета доктор медицинских наук Сергей Зинченко. Разработан нами виртуальный полигон осмотра места происшествия. В этом смысле мы сотрудничаем с юридическим факультетом. Антонов Игорь Олегович консультирует нас. У нас создан достаточно большой и интересный проект по криминалистическим методам ведения дел. И сейчас разрабатываются новые подходы по допросу, например, подозреваемых, по осмотру места происшествия. Интересный проект разрабатывается и совместно с Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Виртуальные тренажеры, с помощью которых студенты будут учиться ликвидировать разливы нефти и работать с буровыми установками. В этом году у нас открыта магистратура по этому направлению и принят первый набор студентов, которые занимаются изучением дополненной виртуальной реальности. Пока набор был небольшой, у нас только коммерческие места были. Со следующего года у нас будут бюджетные места. Я думаю, что будет больше народу. Вообще у нас 15 мест. Интерес был и из рубежа. К нам приехали учиться из Казахстана. Сейчас есть заинтересованные и из других стран. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз.